Всем привет, дорогие друзья! Начинаем прохождение Assassin's Creed Odyssey. Итак, начинаем новую игру. Да. Все готово, мой царь. Скажите, Энек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Уже не те, что раньше были, но ничего страшного. Так. Давай. Ты живы, сдохнешь ты или нет, блин? Живущие такие, парни. Хотел перс вонючий. Так, вот так. Конечно, победим. Мы же спартанцы. Мы какие-то персы. Поэтому мы победим. Поехали. Рок. Так. Так. Блин, вот эти жирные прям напрягают. И они... Ух ты! Ну чё, горит? Чё, задница подгорела?
Начинает. Давай, давай, мочи его. Круто. Ну, что за лифт-то, ёпта? На мгновение раз за лифт. Вот так вот. Тут перебьем. Ты чё своих-то месишь, блин? Своих не надо месить. Подгрузочки еще такие. Умри во славу Ксерса! Как ты гад. Так, захват цели. Ксерс отправил овец на бойню. Ну же, перст! Вернулись. Я принесу Ксерсу твою голову! Тихо. Спартанец! Попробуй! Давай, попробуй. Твой рот прервется что сегодня, спартанец! Сделать? Я напью твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Так попробуй тебе, и пойдешь! Ксеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Гасим. Давай же! Так, давай! Ты умрешь! Ходи. Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут рабами Ксеркса! Они скорее умрут! Давай! Возможно и так! Из без армии, собака. Что защищает тебя? Так кровью истекаешь ты! Ну давай же, блин, мочи его! Чё ты тихо ты? Отходи! Ты чё, блин? Вот так вот, во! Блок нельзя долго держать. Ух ты, гад, блин! Ну все, насадился там кукан. Мы спартанцы! Ты именно что? Мы спартанцы. Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. Ха-ха-ха-ха-ха.
К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут, когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. Ух ты. Это был день, который персы не смогут забыть. Вперед! Завтра будет день, который запомнит всяк живущий. Мощно он ему в рот воткнул копье. Наконец. Ух ты, надо же, Лейла. Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Так, ну что, я выберу обычный. Высокий я выбирать не буду, я уже не такой профи. Поэтому выберу обычный. Давай не будем торопиться. Ясно, но если захочешь острых ощущений, я в любой момент могу изменить настройки. Тут показано, ясно, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Режим герой. Классический режим игры. Отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях заданий. Режим исследователь. Новый режим игры. Игроку необходимо исследовать мир, чтобы раскрыть местоположение цели, отыскать места выполнения заданий. Игра Assassin's Creed Odyssey рассчитана на прохождение именно в этом режиме. Ну, раз она рассчитана на прохождение в этом режиме, значит, выбираем. Не стоит за меня волноваться. Режим. Я разберусь. Немного самостоятельности не повредит. Ну, мне так кажется. Дай знать, если понадобится помощь. Подсказки всегда можно включить. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права. Да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Так, ну мы будем следовать цепочке ДНК Алексиуса. Да. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Полетели. Остров Кефалиния, через 431 год до нашей эры.
показ. Слезай. Циклоп шлет тебе весточку. Ты кого Валакасом назвал? Передай, пусть засунет ее за ту неделю. Малака! Циклоп сказал, ты беспощаден. Так, нажми, так нападай. Цель. А ты подойди чуть ближе. Пора бы ждать. Циклоп всегда получает. Так. Ты получишь. Если циклопа так не имется, пусть приходит. Передайте циклопу привет, если сможете. А если будет нарываться, то он будет уже не циклопом. За ту? Каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Да, конечно, попрошу. Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. А, чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. Хм. Так, когда Маркус купил виноградник? И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так, Маркус должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. Так, а где именно у дороги в Сами? И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Окей. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Ах ты маленькая. Я скажу ему, что ты придешь. Конечно, скажу. Так, а вы что тут разлеглись? Больно. Так, решение. Выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Взвешивайте свои решения, так как некоторые из них влияют на сюжет, и их нельзя изменить. Ну что, я их пощажу. Этих двух уродов. Пусть циклопу привет передают, короче. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. И будет он уже не циклоп. Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. Оденусь. Ты что делаешь? Буркается на месте. Так, инвентарь. Что у нас тут? Мечи все 5-го уровня. Так, ну меч у нас уже стоит. Луки
Эти все тоже 5 уровня. Сломанный лук. Шлем. Наручни. Так, ну здесь вот это мы можем одеть. Угу. Здесь мы ничего не можем одеть. Ну все. Надену, пожалуй. Ну, надели, пожалуй. Эм. Нахождение цели. Ищите свои цели, используя подсказки к заданиям. В верхнем левом углу экрана информацию на карте мира. Когда вы определились, какую область исследовать, нажмите пробел, чтобы установить метку на карте. Установить, установить, может, а не установить. Так, ну и куда отправимся? Где эта гора у нас? Здесь где-то. Давай вот сюда куда-нибудь пойдем. Эх, лошадь бы сейчас. Пешочком бегать что-то не очень. Ну да ладно, она у нас еще появится, я надеюсь. Я первый раз в эту игру играю, поэтому не знаю, так видел прохождение, вроде лошадь была там. Ты, блин, далеко бежать-то. Кто это? Опа. Сам ты сдохнешь. Ой, чё, собака какая. Тихо, тихо, чуваки. Вы чё тут? За то, что я пощадил вас, грубияны. Ах вы сволочь. Не надо было вас, значит, щадить. Ой, ты, блин, он отравил меня, что ли? Дрянь, мать. Так вот. Собрать. Драхмы. 7 штук. Хорошо. Драхмы, значит, драхмы. Так, куда мы шли? Уже это и есть виноградник. Впереди. Вот, да? А я вообще метку не там поставил. Вы находитесь близко, нажмите В. И чё? Тут никого не вижу. Управляйте икаром, камерой. Возле виноградника я никого не вижу. Там кто-то ходит и всё. Так, ладно. Сейчас подбежим да посмотрим. О, это осёл. Показать цели. Найдите остракон. Что такое остракон? Кто чувак? Виноградник Маркоса. А где сам Маркос? Где? Чё это? Есть этот виноградник или нет? Я что-то понять не могу. Больше приблизить нельзя. Неоткрытое местоположение. Найдите остракон. Малёха, пока не догоняю. Где этот Маркос-то, блин? Остракон. Ищи мели халима. О, виноградник Маркоса. Отлично. Пойдем. Оп. Неудобно как-то тут прыгать. Я обычно на пробел в старых ассасинах прыгал. А здесь на shift. Блин, где сам Маркос-то этот? Чуть не могу понять. Ой, извините. Я не хотел. Виноградник-то мы нашли. А где Маркос? И зачем мне вот эта надпись постоянно выскакивает? Маркос, ты где?
Я тебя не вижу. Реально я его не вижу. Где он может быть? Фига он виноградник. Виноградник-то здоровенный. Там что-то есть. Мужчина, мирный житель. Понятно. Ничего не пишу. Не знаю, блин. Ладно, надо осваиваться потихонечку. Но это мы сделаем уже в следующей части прохождения. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. С вами был Монк. Всем удачи.